Добрый вечер всем подписчикам и зрителям моего канала. Одесса, 9 июля. На данный момент время 21:21. И сегодняшний день прошел в Одессе просто замечательно. Такого давно уже не было. За сегодняшний день не было ни одной воздушной тревоги. Просто тишина, спокойствие и благодать. Ночью, напомню, тоже не было воздушных тревог. Последняя воздушная тревога была еще вчера, 8 июля. Утром в районе 9 часов утра. Не знаю, с чем связано данное затишье, но оно мне нравится. И слава богу, знаете, сегодня выходной день проходит по-человечески, без прилетов, без воздушных тревог, без всяких напрягов, скажем так. Но, как сказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Брачук в своем вечернем обращении, что угроза ракетных ударов присутствует как с моря, так и с территории Крыма, из территории оккупированного Херсона, и также могут наносить удар с неба авиации. Но не будем, друзья, о плохом. Дай бог, чтобы данная тишина продлилась как можно дольше. Я всем желаю хорошего вечера. Спокойной ночи тем, кто будет отдыхать. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видеоролики. До встречи, всем пока.